Спонсор ролика – интернет-магазин лицензионных ключей steampay.com. Ключи для Steam и Origin по самым лучшим ценам. Ссылка в описании. Я очень рада, что вам все нравится. На самом деле, это лучшая квартира во всем доме. Она невероятна. Ваши ключи, на них же пульт от гаража. И цветочек вам в дом. Супер, спасибо большое. Не за что. Единственное... Да, постарайтесь не шуметь, чтобы соседям не мешать. А, да, конечно, да. Я вообще тихий, так что... Ну, тогда отлично, все, увидимся. Спасибо большое. Вам спасибо. Здравствуйте, я могу вам помочь? Я сосед снизу. Ты дверью хлопал. Хлопал дверью? А, не, это не я, это домовладелец. Никогда не хлопай дверью. Да, сэр. Спасибо, приятно было познакомиться. Хорошего дня. Вау. Надо снять сторис. Эй, ребят, я только что переехал, зацените большую комнату. Или лучше сказать, любовную комнату, потому что я в нее уже влюблен. Я такой смешной. Это ты так что кричал? Кричал? Нет, я не кричал. Эй, ребят, я только что переехал, ты так классненько. Да, это был я, но я не кричал, я просто снимал. Только посмей еще раз. Я просто буду говорить очень тихо. Это ты сейчас дышал? Не дыши. Дыши мысленно. Боже, детка, здесь так мило! Что? Не ходи, 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 нет, просто стой! Что? Что случилось? Не звука! Вот так? Да, хорошо. Что случилось? Ты очень громко шепчешь. Мне нельзя, нет, тут нельзя. Может, сходим пообедаем? Ты о чем? Что случилось? Ладно, слушай, сосед снизу очень сильно злится, когда я начинаю шуметь. Ты что, серьезно? Ты аренду платишь? Че это громко для тебя, придурок? Прекрати! Я труп. Привет! Извини, что беспокою, просто хотела сказать, что сосед снизу переехал, чтобы ты больше не беспокоился по поводу шума. Правда? Да, поэтому я здесь. Если что-то понадобится, то свисти. Окей. Хорошего дня. Тебе тоже. Что сказали? Это была домовладелец. Она сказала, что он съехал. Видишь, а ты беспокоился. Да. Да, выпусти все. Мне не нужно шептать. Погнали. Я аренду плачу. Да, ты аренду платишь. Нравится! Он тебя не слышит, он же съехал. Ты права, да. Это что? Похоже, это сосед сверху. О, блин, не. Разберись с ним. Ты мне в дверь стучал. Я сосед снизу просто хотел поздороваться. Бро, никогда, никогда больше сюда не приходи, никогда.
Может, качалку захочешь как-нибудь вместе сходить? Если видишь меня, смотри в другую сторону. Хорошо, а так может, когда-нибудь захочешь сходить вместе с качалку? Теперь проваливайся, проваливай. Хорошо. Спасибо большое за просмотр, я буду очень благодарен, если вы оставите какой-нибудь комментарий об этом видео, или расскажете какую-нибудь историю, ну или типа того. Это очень помогает нашему каналу. А перевел и озвучил Виски. Ага.